пятницу, 27 января, в Самаре проведут автоматизированное распределение свободных мест в дошкольные образовательные учреждения, в том числе в детский сад общеразвивающего вида номер 123 по адресу улица Запорожская, 28. Чтобы добавить образовательное учреждение в заявление о постановке ребенка в очередь, необходимо обратиться в МФЦ с паспортом и свидетельством о его рождении. В детском саду будет 5 групп для детей от 1,5 до 7 лет. Для успешного проведения распределения Департамент образования рекомендует родителям проверить данные, указанные в заявлении на портале образовательных услуг, сообщает телеграм-канал городской администрации «Вести с Дворянской». На этой неделе было много новостей про карту жителя Самарской области. Были заголовки про то, что социальные карты заблокируют или транспортные карты заблокируют. Конечно, их не заблокируют просто так. Идет планомерная замена социальных карт на карту жителя Самарской области с увеличением функционала, пишет в своем телеграм-канале руководитель пресс-службы мэрии Самары Елена Рыжкова. Она отмечает, что несколько месяцев является пользователем карты, и это очень удобно в одном пластике иметь полис ОМС, транспортную карту и приятные бонусы. Например, в виде льготного билета в театр. В Самаре идет первый этап отбора общественных территорий для благоустройства в 2024 году. На основе собранных предложений из 88 территорий будет сформирован топ общественных пространств для рейтингового голосования. По его итогам территории-победители будут комплексно благоустроены по нацпроекту «Жилье и городская среда». Предложения по отбору территорий принимаются до 30 января. Со списком общественных пространств Октябрьского района, которые планируются к благоустройству, можно ознакомиться в телеграм-канале районной администрации. Активная позиция жителей – один из решающих факторов, который определяет, преобразится территория или нет.